Всем привет! Здорово! Все, мы, короче-то, погнали сразу выживать, чтобы время не терять. Вот тут, кстати, рядом деревня. Бежим туда. Да, сейчас побежим. А что-то она вообще какая-то маленькая тут. А, не маленькая, там дальше есть. Сейчас сразу сено себе нарублю. Набью, накопаю. Здорово, здорово. Так, еда нам пригодится. А что-то здесь в этой местности лагает как-то, непонятно. А ну-ка, как вариант сделать вот так вот. Это будет быстрое прохождение, минут 30 будет длиться, поэтому, ребята, готовьтесь. Да, мы быстро пройдем этот Майнкрафт. А ты уже все снапы сена добыл? Нет, я только 14 добыл, тут еще их дофига. Угу, все, еды у нас много. Оп-оп-оп. Так, делаю, я сразу себе меч, так. Меч быстро сделаю. Так. Все, меч сделал. Так, тоже надо быть. Хай. Так, подожди, мы на версии 16.5, то есть нам придется это, искать эндерменов. Что-то у меня, кстати, не заработало приложение. Что за фигня? Ты, наверное, забыл кнопочку нажать. А я нажал. Сейчас, подожди, скрой экран. О, все, сломалось. Так вот надо. Чуть пишет, фу, обманщик. Все, я сделал, нормально. Привет. Вот это ифрит, который должен был заспавниться, я его заспавнил. А там есть возможность заспавнить нам в руки кучу эндерперлов? Нет, можно только эндермена нам заспавнить. А, вот оно что. Так, кроватка здесь есть? Да, нормально, все. Тут дом горит, тут все горит. Сейчас надо это подобрать, кровать всякую. У тебя есть какие-то эти, ну, такие интересные ресурсы? Да подожди, там, у меня тут сражение происходит с големом. Так, сейчас я эту вкладку перекину так тогда. Панель. Все, по идее, сейчас должно так, все работать. Есть железо. Сколько? 5. Отлично. На 2 щита. Хули так стоп, мало, а где мои дубовые доски? У меня, походу, остались. Я сам могу делать превью, и там твоя их много очень, да? Не нужна. Тут 4 штучки только. А, нет, стоп, у меня 50 было. Ты потерял. А, вот, тут сюда что-то аж выпало, ничего себе. А ты кто? Выпал. Это как мне Фреджу передать? Кто это умеет делать превью? Здорово, Кирилл, здорово. Так, это я приоденусь. Мне надо, короче, кирку. У тебя есть кирка какая-то? Камень добыть? Да, у меня есть кирка. Держи. Где ты? Взял это... дом, сжег. Как тебе не стыдно? Да это не я, это ифрит сжег дом. Ой, взял, сжег дом, бедный. Я вообще ни при чем. Представляете, вот жители вот так вот росли в этом мире, развивались там, ферму делали, а эфир пришел, все сжег. Это подписчики сожгли. Сука, дебил, бля. Тихо. Так, сколько нам камня? Нам много, по идее, не надо. Нам железо. Ты голема убил этого или нет? Кирилл, если ты не ЧСВ, зайди к нам в Дискорд. Поздоровался. Где ты поздоровался? Я не стримлю. Привет, если поздоровался, я не видел. Кто иди скамщик? Сюда. Я не скамщик. Все, я камень добыл. Я добыл камень. Иду, поднимайся. Да поднимаюсь, нам уже ничего не надо. В смысле? Все, а что, у тебя все есть? Да, все есть, на тебе щит. Все, можем идти в ад. Давай, а мне надо чем-то отбиваться, надо сделать диверстак. Ну, сделай себе там всякое это, я пока сделаю. Пойду поищу. У меня есть одна палочка ифрита. Уже, как бы. Уже это неплохо, я считаю. Так, все, топор есть, вот этим будем отбиваться, все нормально. Так, ну погнали озеро лавы искать. Так, еды нам хватит, я думаю. О, портал недостроенный. А ты, здесь кузня была какая-то или нет? Кузня? Да, ну. Кузня. Ну ты понял, кузня. Не, вроде не было. А ну, что тут в сундуке? Что там? Круто. Тут золото есть, слышишь, можем есть что по это, ну, потрейдиться. А что тебя убило? Что тебя ударило? Магма. Нам нужно железо, получается. Ну, как бы да.
Мы можем достроить этот портал или нет? Подожди, тут сколько обсидиана? Раз, два, три, четыре. Нам четыре куска обсидиана надо. Обсидиана получается, да. А мы что, оставим здесь что... это золото? У меня есть два обсидиана. Хули так мало. Может, тут есть еще один сундук где-то? И у меня есть, кстати, 11 кусочков железа. Подожди. Откуда у тебя так много? Ну, это только один слиток. Это немного. Я думал, один слитков этих кусков железа. Не-не-не. Ай, ты... Ладно, тогда пойдем. Идем дальше, идем, может, найдем озеро. Нам, кстати, поспать надо. У тебя есть кровать? У меня есть. У меня есть, да, поспим. Ну все, поспим, там есть что по пути. Погнали, погнали. Угу. Алло, это что? Так вы про что? Я не понимаю уже. Напиши что-то нормально в чат. Чего одни плюсики какие-то непонятные? На, ты стримишь, добывай. Так я мог просто понаблюдать, я как камера мог просто последить за тобой. Контент? Контент. Ломаю бедрок 5 часов. Следующая трансляция, буду бедрок ломать. Так, сколько нам надо? Подожди, сколько нам надо сломать? Ну, у меня есть уже 4. 4? Ну, у меня я уже есть 2. Я сейчас подготовлю все. Так, а нам вот надо так, еще? Вот так. 4, 2, 6 нам надо всего еще. Или больше, подожди. Ладно. Нам еще много надо. Так. Опасно, страшно. Я сейчас уплыву! Уплыву! Все, нормально, нормально, нормально. Так, 4 штуки есть у меня. Давай, давай, я начну пока ставить. На, не знаю, хватит или нет, но сейчас посмотрим. Так, Пабло. 4. Пабло, да, это нормально, Пабло. Так, вот так. Вот так, вот так. Еще, получается, нам надо... Сколько? Раз... Еще 2. Последний кусок, дорублевую, доламываю. И подожди, у нас нет... А, кремень есть! И огненный заряд есть, вообще отлично. Все, у нас все круто. Оп, оп. Давай, поджигай. Поехали. Так, ты поспал, да? Все, погнали. На всякий случай еще раз нажму. Вот теперь точно, все, погнали. Может, надо было шмотки выложить какие-то? Да нет. Отличный спавн. Я гасты слышу. Просто. Ну это в принципе хорошо, гасты слышно. А, вот, все, тут есть выход. Подожди, тут координаты лава, тут надо лава записать. 76, 56, минус 129. Ребята в чате, запоминайте. 76, да, вот. Сейчас лава перестанет течь. А то мы забудем, и все. Что у меня шлага здесь из-за этой лавы, что она везде начала растекаться. Так, ну, остановись, остановись. Фир. А, ты идешь? Да-да-да, я копаю тут проход к тебе. То у меня блоков не особо много. Так, а ты где? О, тут скелет. Стреляет по мне. Ты в песке душ? А, это он по тебе стреляет. Оп, газ мне помог. Ай, ай-яй-яй. У меня, кстати, золота нету. Сейчас моего. Не! Ну, промазал. Почти, почти, почти. Ай, все, надо уходить. Я тоже так считаю. Только я что-то вообще медленный, капец. Там эти еще пиглины, они сейчас за меня загрятся. Потому что я без бутсов. Ну слушай, нас спавн ужасный. Мне надо что-то золотое быть. Мне сейчас эти загасят. Золотое? Ничего да. Золотого нет. Ну ты можешь скрафтить, по сути. Скрафтить-то я могу, да, мало, тут надо быть сейчас где-то аккуратненько. Слово то не анимешное. Это значит, что чел возбужденный. И в Эстаке. Ты хорни. А сколько стоит Эндермен и Блейз? Эндермен стоит 70 вроде. Блейз 100. Блейз аж 100? Я просто думал задонатить Блейзов 5. Блейз аж 100 стоит. Что-то 100 рублей это многовато. За одного. Ну так у нас же честное прохождение. Так, у меня есть 6 кусочков золота, 6 кусочков надо еще. Мне 6 кусочков мало, это один слиток. Так, а тут есть еще где-то кусочки? Фир, фир, фир. Да что вы, один фир в чате? Сейчас столько тварей развелось. Все такие разные, все такие твари. Что-то нормальное напишите, а то какой-то странный ник пишите, фир. Странный ник, тебе не нравится твой ник? Ну да, странный какой-то. Три буквы. Ай! Ай-яй! Лава!
Тихо, тихо, ты меня не видишь. Ты меня не видишь. Мы с тобой не виделись давно, миллион лет. Так, не смотри на меня. Блин, где здесь еще золото добыть? Не смотри на меня. Так. Че, ребята, помню, скоро 1 сентября. Поздравляю вас. Это да. Хороший праздник. Знаменательный день. Скоро будете учиться. В школе там знания получать. Это же так круто, кстати. Это же прикольно развиваться, правильно говорю? Что-то интересное в школе все время преподают, там, на биологии, на химии, на физике. Поздравляю вас. Будете супер продвинутыми. Умными. Плохой праздник? Да почему? Всемирный. Да ладно, хуй с ним. Пошло все в пизду, сколько можно, блядь. Мне до пизды совершенно, блядь. Да этот песок душ, это невозможное что-то. Меня сейчас в нем застрелят. Вот если б нам повезло со спавном. Да, а мы портал не можем переломать и заново. Фредж решил трахнуть. Ну, по сути, можем, но не знаю. Конча, гейга, масеки, хуй, пизда, сперма, я пока что побегаю, еще поищу. Осуждаю, дурак, надо на телек, как обычно. Подойди сюда, подойди сюда. Иди сюда, иди сюда. Чё иди там, сюда, чё там, чё там, чё там? Йо! Спинался? Ты сталкивай меня, ты чё убил? Хп не так много. Я просто подумал, что ты подумаешь, что там много лететь, понял? И сделать вот такой вот прикол. Короче, решил меня убить в Майнкрафте опять. Так, а нам надо отходить, чтобы они спавнились, или как они спавнятся? Да нет, вроде бы. Ёб твою мать! Откуда там дырка оказалась вниз? Красава, ты пэхайся ко мне. Ифрита заспавнили, подожди. Пэхайся. Приятного аппетита. Ще. Ифрита заспавнили. Все, твои ресы пропадают, уже пропадают. Нет, не могут, подожди, дай Ифрита. Пропало второе. Ифрита, добывай, ты что сами заспавили? Пропадает все. Вообще пропадает. Фир, да тут интернет на меня напал. Все, я сейчас умру. Сейчас буду, живи. Пожалуйста. Все, Фир, пропадают ресурсы. Не умирай, пожалуйста, живи за этим. Я сейчас реально умру, Фир, быстрее. Бегу, быстрее. Тихо. Все, фух. Подожди. Фир, мне отойти надо сейчас на 10 минут. Подожди, дай вещи подобрать. Дай кирку прокопаться. Кирку дай прокопаться. Алло! Блять! Пожалуйста, фуфуф! Алло! Фуфуф! Фуфуф! Алло! Фуфуф! Фуфуф! Мне страшно! Мне очень страшно! Алло! Ой, моя ножка. Так, как здесь спуститься бы аккуратно? Эти лианы неспускаемые, наверное. Так, тут можно еще спуститься? Да, еще на один блочок можно. Так. Не пофиг, я ем яблоко. Я хочу жить. Я один остался. Я съел яблоко. Где мой меч? А, вот мой меч. Так, бутсы. Щит одеваем, обуваем. Так. Перлы сюда. Поднимаемся вверх, короче. Вверх. Ух, нуб, сам ты нуб, алло. Я боюсь за свою жизнь. Я остался один. Мне страшно. Любой мужик на моем месте так же поступил. Ну да, кушать, наверное, пошел. Так, он тут был. Давайте тут застроим, чтобы он не упал, когда зайдет. Так сделаем, потому что блоки у меня есть. Так. О, свинья, здесь где-то свинья. Какой вы начал ебал, блядь? Крипер. Чатик, в чем смысл жизни? У меня была девушка, которую я любил. Мы расстались спустя 2 года отношений. Так. Не знаю, что делать и как прийти в норму. Фир, покажи жопу. Это твой выход? Чтобы я показал жопу?
сомнительный, конечно, выход из ситуации, скажу тебе честно. Так, как бы мне здесь побыть, чтобы не упасть никуда. Потому что здесь капец происходит. Алло, эндермены. Эндермен, где ты, где ты, где ты, где ты? Давай, давай, сюда, сюда, подошел. Быстро. Один. Два. Лох. Лох, лох. Лошара. Раз. Давай, давай. Жемчуг, 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 жемчуг. Отпусти траву, отпусти траву. Да иди сюда уже, ну. Ах ты, козел, не дал мне ничего. Я что, зря тебя бил? Вот это прикол! Пидорас, пидорас. Да дурак! Дурак, осуждаю! Дурак! Пидорас, пидорас, пидорас. Дурак, 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 осуждаю! Пидорас, 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 пидорас. Кирилл, не могу, не могу, подожди. У меня тут капец. Кирилл, подожди. Сам такой, осуждаю, осуждаю, осуждаю. Так мало, блядь. Похилиться, похилиться, похилиться. ЧСВ, звука нет. Сам ЧСВ, звук есть. Все, тебе тихо. Так. Мне нельзя сворачивать, мне опасно сворачивать. Аха! Ох-хо-хо! Иди сюда! Подышу! Давай, давай! Опа! Первый! Давай, давай, ближе, ближе, ближе! Козел! Алло, алло! Козел! Сам козел! Я не козел! Ты козел, блядь! Да мне тут страшно, тут вообще капец, что происходит! А че, меня вообще слышно? Привет, да, слышно, слышно, тебя слышно. Я в ведро говорю, блядь. Вытащи голову с ведра. Так, надо блоки добыть еще. И эндермена еще убивать. Я закинул банку на голову и теперь хожу с ней, блядь, не могу достать. Если что, через телефон, пацаны. Иди в чатах. Вообще другого человека как будто добавили кого-то. Ну вообще не говори, блядь. Я все наушники. Я убил три эндермена, мне ни одного перла не выпало. Жемчуга этого. Хули так мало. Что это с копейской слоны? Что-то я не услышал. Сосать черные члены, фирлюица, сосать черные члены, фирлюица. Что? Нет, осуждаю. Осуждаю, дурак. Фирлюица, сосать черные члены, фирлюица, сосать черные. Ничего я не люблю, осуждаю. Осуждаю, 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 придурок. Да донатеры неадекватные. Так мало, блядь. Фирлюица, сосать черные члены, фирлюица, сосать черные члены, фирлюица, сосать черные члены. Нельзя такое говорить. Сосать нахуй, сука, блядь. Сука, блядь, блядь, нахуй. Да блядь. Хватит, может быть. Так мало, блядь. Насрать мне на воротник, 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 насрать мне на воротник. Кир, помурлыкай, блядь. Да заебали, блядь. Сами мурлыкайте, я чё, кот вам, блядь. Я чё, кот? Мурлыкай, блядь, быстро, нахуй. Ужас. Пришли анимешники в чат. Алло, сука. У меня 8 эндерпелов. Так мало, блядь. Да? Привет, Фир. Да. Я бегу ищу. Привет, Егор. FF. Фир, как котик говорит. Привет, Егор, здорово. Ну... Так не говорит, сука. Такой кринж, это такой кринж вообще, пиздец. Даже с 10к это кринжатина. Так, как бы мне спросить. Ты должен будешь одеть костюм, блядь, горничный, мурлыкать нахуй и... Повол бегать на четвереньках. Это уже за 100к. За хуй столько, блядь. Фир, передай Фреджу, что я сам могу делать превью, и твоя помощь вообще не нужна. Да это я слышал, а ты кто вообще? Алло, алло. Как тебя назвать, Фреджу? Блин, фуф, я тебя потерял. Вот за эти деньги, что ты кидал по 400 рублей, ты мог уже мне это 10 тысяч скинуть и... Я хотел лучше этого не делать. Чё ты зазрал доставать мне эти помурчи? Не хочу я мурчать, ничего. Сказал не хочу, значит не буду. Я же этот мужик сказал, мужик сделал. Не хочу, значит не хочу. Не заставишь меня. Так, как мне пройти? Ты где, алё, фыф? Я простраиваюсь. А чё я тебя не вижу? Подожди, я нашел, нет? Или мне показалось? Не, показалось, походу. Блин, пожалуйста, давай найдём уже. Почему ад такой странный? Почему оно не спавнит? Это уже какой раз такая генерация у нас? Постоянно какая-то фигня. Да, блядь. Ты что,
сейчас меня взорвешь отталкиванием своим. Ну сейчас, Фир, стой там. Давай, стою. Стоишь, да? Все, ну, лежать, бахнуло. Хули так мало, бля. Сейчас я прочитаю разум Фира. Писки, писки, яйца, сосать, писки, хуи, большие, сосун, трахать, БДСМ, хочу, трах, порно, с фриджим, сосиской, фывами, писька, строим, яйца, большие, короче, все, Эфир. Яйца. Откуда ты это знаешь? Что такое? Так мало, блядь. Нету, да? Эфир, привет, азбор. Ну, я не знаю, тут вообще нет. Ну, давай зачитаем координаты, посмотрим. Ну, интересно, реально, насколько мы далеко. Тебя на каждой стриме, сука, ебаный, скидывай, фывы, вот уже надо сделать это. Ну, других вариантов нету, ну вообще мы бегаем здесь уже. Мы в ад попали 15 минут назад, а уже бегаем здесь час. Иду туда к тебе. Это во сколько палочек? У меня 5. У меня 0. Так, мне надо выкинуть мусор, вот этот весь ненужный. Это все выкинем, мак, вот это вот. У меня есть морковка, кстати, даже ничего себе. Так, а как ты прошел? Подожди. Ты простроился или у тебя проход был где-то? Нет, там можно было пройти. Ладно, я простроюсь. Ты? Опа. Да. Хули так мало, бля. Ты гил. Такое иногда бывает, не стоит расстраиваться. Да. Печально. Так, а где мои вещи вообще? Вот мои вещи, они не сгорели тут. Ну вы что? Почему вас так много здесь? Там все мои вещи. Да. Дай мне норм... Да, мои вещи сгорят там сейчас. Да не сгорят. Да сгорят. Сука, ну сражайся, зачем ты меня убиваешь? Ты такой козел, просто. Просто козел. Что стреляет по нас с всех сторон. Хули так мало, блядь. Ты! Член сосать яйца вкусно лизать, 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 член сосать яйца вкусно лизать. Ты опять умер? Это невозможно! Там 3 этих скелета. Помогаю. На помощь иду. Нее! Отлично, вот первый. Вот еще сзади. Ай! Все, есть. А, это все ресы, что остались, или ты что-то подобрал? Щит, здесь валяется. Алмазы. Опыт. Я алмазы там скинул. У меня меч пропал. Нет меча. Так, закроемся пока. Разберемся, что к чему. Так, у меня подожди. Только 6 палочек, нам этого не хватит. У меня грудак пропал, у меня кирка только осталась. Так, придется скрафтить, получается, новую. Все, 7 палок, осталась только одна. И хавчик пропал, и... у меня еды нет. 8 палочек, уходим. А где наш портал? Координаты записаны. Так, надо уйти, давай отсюда выйдем. У тебя записано, да? Ну, в чате они сохранились. Так, координаты мы записывали, ты записывал точнее. Так, Beat Enderman. Ага. Координаты улетели, и чат, там не видно их. Координаты, алло, ребята, кто помнит координаты с чата? Так, сколько мы проходим Майнкрафт уже с 6? Полтора часа! Мы полтора часа проходим. Блин, хотел пропаркурить, не пропаркурил в итоге. Так, ты, сейчас у Кэндера. Еще. Блин, прямо. Все-таки в воде. Сломалось! Да.
Ставь лодочку. Сейчас крафчу. А кто будет капитаном? И что, на необитаемом острове, что ли? Заходи. Давай, плыви. Давай я сяду, у меня же эти... Ну, давай, давай, садись. Все, поплыли. Погнали. Проходим Майнкрафт. Надеюсь, там есть... О, ну, утонет. Хули так мало, блядь. Фир, это мой первый донат. Я мечтаю о том, чтобы ты мне передал привет. Передай привет. Мне, пожалуйста, привет. Мое имя член сосатица вкусно лизать. Члены член сосатица вкусно лизать. Ужас, какой ужас. Сосатица вкусно лизать. Член. Ужас. Че со звуком? Да че, есть звук. Алло, алло. Погавкаешь, скину 200к. Давай половину скидываешь, а гавкаю потом еще половину. Я себе ком куплю красновый. Че, в ледниках все-таки где-то мы будем? Не знаю, погода не знаю, такая, что шторм. Проплывем. Чугун, у тебя там деньги еще на карте не закончились? Может, надо кинуть, потому что мы далеко там бежим, нет? Не-не-не. Сейчас у тебя чуйка, у тебя чуйка? У меня, кстати, смотри. Одно око эндера. Сейчас прямо. О, назад! Я же сказал, ну, мы же перебежали уже. Он еще и выпал, отлично. Мы рискуем остаться без ока. Хули так мало, блядь. Да, получается, он где-то... Они ебутся два клоуна, проходит час, ебутся два клоуна. Где-то вот тут, походу. А, ну? А вот сейчас не хуй. А, еще назад. Стоять. Ты где? А, вот. Подожди. Ты забрал, ты его только что подобрал. Нет. А, не, вот он. Сейчас. Все, вот здесь вот копаем. Вот здесь? Тут хлеб только. Ничего ты, скелет наглый. Скелет стрельнул в крипер. За чешуйку аккуратно. Ты где? А, ты тут мародеришь. О, железный шлем. Так, а чем мы его убивать будем, слышишь, этого дракона? У нас что-то есть? Ну, алмазные мечи. Так, ну этого будет, конечно, маловато, но... Посмотрим. Так, может, еще что-то здесь есть? Ничего не видно, ничего не видно. Паучара. А, еще одна библиотека. Это фигня. Я нашел. Я Майнкрафт. А, нет, просто выпнулся. Ты нашел? Да. Иду. Сколько там глаз? Ноль! Сука, ноль глаз! Как это вообще возможно? Да к чешуйке! Бутсы мне сломали. Да хватит! Блять! Что это за нападение этих ушей каких-то? Фу, Фир. Чего? Они противные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И нам надо еще... Восемь. Еще четыре штуки нам надо. Четыре, да? Ау! Кто-то заспамьте нам эндермена. 70 рублей эндермен один. Нам надо четыре эндермена, и чтобы с них всех выпало. Да откуда здесь столько чешуек? Почему ломаются все блоки? Сейчас вся шахта распадется на чешуек. Он еще не бьется. Самый бобус. Майк это черный цвет. Ой. Ты куда? Ты вырвался куда-то, алё? Не-не, это... я тут стою. Это чешуйки, оказывается, без остановки. Просто блоки все ломают. О, спасибо, спасибо. Эндермен. Да-да-да, только главное не спалить его. У меня нет щита. Выпало. На твой щит, кстати, на. Спасибо. И еды дай, пожалуйста. Дал. Такое тоже бывает. Где он? Куда он тепнулся? Спасибо, конечно, только он куда-то тепнулся. Как его сейчас найти? Блин, здесь, походу, надо стоять, надо лаву эту закрыть. Так, нам надо еще три. Ай, да не бей, слышишь, ты че, броню ломаешь? А сколько нанесло? Ну, нормально нанесло. О, полтора хп. Ты че, я без шлема, без всего. А ну, а так? Ты решил меня убить, что ли? Не, проверяю. Три хп снесло. Все. Он просто на бич членистоногих. А, ты думал, что я этот членистоногий? Так,
Где этот эндермен? Куда он делся, интересно? В коридоре. Так, надо лучше здесь стоять, вдруг кто-то заспавнит еще эндермена. Можешь передать привет. Привет, Андрей Пепел. Так, надо сундуки, наверное, здесь поставить, да? Что ли? О! Спасибо. Чугун дал боб ебаный. Выпал, выпал один. Еще нормально. Спасибо, спасибо. Чугун. Ну, да, это... Конечно, донаты от него страшные. Хули так мало, блять. Встретился Фредж с Фиром и сказал ему: а можно я твои яйца в руке подержу? Чё? Подержи, сказал Фредж. Точка 5 минут держит, 10 держит. Мужик спрашивает: а чем тебе мои яйца нравятся? Фир ответил: по своим скучаю. Что? Хули так мало, блять. Что? Как вырастить огромный эгрегат в домашних условиях? Как вырастить огромный эгрегат в домашних условиях? Как вырастить огромный эгрегат в домашних условиях? Хули так мало, блять. Я стою АФК, потому что я в альтабе. Почему все такие злые? Я просто шучу. А ты лох. А, ты точно гей, да? Ты точно гей? Сука, а может ты, блять, дитя нахуй двух геев, блять? У тебя была такая мысль, да? У тебя была такая мысль, просто ты забаненный, значит, ты дитя двух геев, блядь. Значит, тебя гей родил, блядь. То есть один гей другого гея в жопу выебал, так ты появился на свет, блядь. Понимаешь? А родители у тебя приемные, блядь, и сам ты приемный, блядь. Пошел нахуй в ЧС, блядь. Сука, ты тупая хуйня, ты, блядь, просто... Ты просто, сука, тупая хуйня, ты, сука, 2 плюс 2 сложить не можешь, сука, тупая ты извилина, блядь. Фефир, зачем вы меня заблокировали в своем сообществе в одноклассниках? Да в смысле заблокировали? Я просто играл в ферму, и вы меня забрали в свой подвал и начали заставлять донатить. Захуем! Ну, просто захотелось мне, чел, блядь! Воды, воды. Ура! Ты что, прыгнул туда? Так я без воды. Да ничего страшного. Так я... А ты поспал на кровати? Да. Так, я тоже поспал на кровати. Еще воду найти надо. Воду, 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 воды. Ладно, пофиг на эту воду. Что-то мне страшно. Хули так мало, блять. Рассказывай анекдот. А ты где? Как-то ебутся два клоуна, уже... и один другому через час говорит, что-то не смешно ни хрена. Прошу прощения, если грубо. Управляюсь. Фыф-фыф лучше. Оп, минус один. Да уже был этот анекдот. Так, я в глаза не смотрю вам, пацаны. Я в глаза вам не смотрю. Так, подождите. Надо блоки поставить, чтобы прятаться еще от них. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Все, здесь есть, что мы сможем прятаться. Ну так, на всякий. Фух. Так, пацаны, на вас не смотрю, я всех все равно не перебью. Пещеринистоногих, к этому не так надо. Так забирайся с помощью блоков. Почему ты просто АФК стоишь? А у меня блоков не так много, подожди. Мне 10 блоков осталось. Сейчас накопаю, короче. Копну блоков немножко. И то я все в сундуке оставил, что-то забыл. Надо было сундук хотя бы глянуть, забрать. Могли лук, наверное, там сделать даже. Что-то тупанули. Ну, стрелы у нас там точно были. Помурчи в баночку. Чего? У меня вода зависла. Что? А, все нормально. Так, пацаны, я вас не смотрю, я вообще в пол смотрю. Так, куда простроиться? Ага, мне сюда надо. Так, там сколько надо? Один блок, да, тебя не трогает взрыв этот? Вроде бы, да. Че, проверим. Так, далеко еще? Хули так мало, блядь. Фир, покажи ножки. ПЖ. Да какие ножки, алло, ты нормальный чугун. ПЖ. О, он сел, дракон сел? Так а толку? Не знаю, сейчас, а вон, сейчас иду, этот сломаю кристалл. Так, ну пока он не агрессивно настроен, он не выталкивает никого. Зажал фотки ножек, ну, есть такое, да.
Не хватило. Так, так. Да. Да. Ир, сколько кристаллов ты взорвал? Второй вот хочу взорвать, но он не взрывается почему-то. Еще немножко осталось. Ай. Второй взорвал. Ты взорвался? Как ты взорвался? ХП немного было. Надо, надо забраться наверх, ресы забрать. Ну там ж вода у тебя осталась, нет? За мной этот ворчун. Так я забирался по-другому. Ты еще на эндермена посмотрел? А, ну такое бывает. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. А, вот, отлично. Кирка. Чу-чу-чу-чу. Нагрудник. О, вот ресы. Эндермен, отстань. Добей его, добей, добей эндермена. Почему я наклоняюсь в реальной жизни, как будто это мне поможет? Так, а где? Ай! Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? А, это он летает там. Страшный такой. Так, надо еще блоки копнуть тогда. А то мне тут страшно идти опасно. Скорее всего. Хули так мало, блядь. Фир, передай Фиву привет. Знай, пидорасы. Ну давай, ну присядь уже, ну на дорожку напоследок. 2 часа, 2 часа, капец. Алло, козел, садись. Он так и будет крутиться? У него же там через какое-то время он должен... Да за что на меня-то? Ни разу тебя не ударял, а ты так со мной поступаешь. Может на шалкере полетим к ним? Слышишь? У нас шалкер есть. Шалкер? Да, мы можем на шалкере подлететь к нему. Подожди, подожди. Ты полетел! Аккуратно, ты полетел. Ладно, да, он убьет этот шалкер. Слушай, дракона мы не сможем, скорее всего, бахнуть так. Слышу что-то? Слышу, да. Что? Наковальню. Да. От тебя звуки наковальни. Он не собирается садиться. Ну это реально, это бред какой-то. Мы 10 минут уже здесь стоим, а он не сажается, не садится. Это приколы какие-то реально. Да за что ты опять на меня загрелся? Чмо чхорное. И не бьется еще. Как же он что выпал? И не вернуться никак, слышишь? Можно как бы домой на базу вернуться, сделать лук. Как бы пробовать по нему пострелять немножко. Может он разбавляется. Ну там было 14 стрел вроде. Где там? В сундуке, я в сундук ставил. А как ты вернуться хочешь? Походу только умереть. Фантазия у людей на 100%. О, давай, давай, постреляй по ним. А где твои штаны? Или ты был без штанов? Не знаю, их нет. Где он? Вон он. Иди сюда! О! Интермен посмотрел так страшно. Ну смотри, боевая сейчас нормально. Просто по кругу пока летает. Ну-ну-ну, садись. Стрелы закончились. Это печально. Он походу забагался. Я не знаю, что с этой версией Майнкрафта. Версия 1.16.5, вот смотрите, что происходит. Фортресы не спавнятся. Драконы не садятся. Вообще капец какой-то. Но он не садится, он реально просто по кругу летает и все. И тут типа... Типа чё? Да. И чё делать с ним? Да за шо? Тебя даже не трогал, эндермен. Фигов. Бежать. Может какие-то фаерболы есть, пострелять по нему? Да в каких трусах от них? Алло, ты нормальный, адекватный?
Не в одних. В двух парах сразу. Попробуй сделать так. У тебя вода есть, давай, если что, ватердроп. Я понаблюдаю. Разлей воду под собой или ты пиздить дракона. А, кстати, да, давай, слышишь, воды, воду разольем вот здесь и будем на этом подлетать и дракона бить. Да не. Он должен разбагаться. Или так мало, блядь. Куда ты уезжаешь на следующей неделе? Я уезжаю учиться. В Лондон. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да за шо? Еще и вендермена попало, и зомби попало. Левитация 7 секунд. 4, 3, 2, 1. Шалкер здесь вообще с мобами расправляется. Где моя стенка, стенка? Не туда, быстро спрятаться. Так, надо похилиться. А, нормально, он тут эндермена всех бьет. Он вообще не садится. Да, я вижу, вообще пофиг, типа это бред. Че, я спускаюсь вниз, ты где? Я тут хилюсь под стенкой. Спускаюсь, там у нас оп. Этот... Шалкер. Ай, а че меня дамажат? Не знаю, они загрены из-за шалкера, походу, этого. Но он не садится, это баг какой-то, скорее всего. Да, он забагался, видимо. Я не понимаю, почему вообще Майнкрафт это допускает. А, нам написали, короче, нам надо вдвоем сейчас умереть. Умри тоже. А вещи наши не пропадут? Нет. Давай быстрее. Ну сейчас мне этот... Я лечу здесь, меня убивает этот шалкер. Фир, быстрее. Все. А, мне и дракон в итоге убил. Давай, и спускаемся теперь. Вот сейчас должно все сработать. Надеюсь, давай посмотрим. В чате написали. 20 дизлайков за то, что Фир не показал лицо. А, это за мной. Он за мной летит. Так, вещи. Опа, щиток. У тебя есть меч, там кирка, но твоя кирка. Идея, и чё, и дракону пофиг, все равно, мне кажется. А нет, там, ну, ломает блоки. Нет, всё! Садится! Ура! Только у меня левитация. 3, 2, 1. Вот так сделаю. Отлично. Все, сюда. Ай-яй-яй! Спасибо, кто посоветовал вот это вот. Да, спасибо. Помогай! Помогаю! Лети, делай контент. Сейчас меня дракон убьет. Я на нем. Меня куда ты улетел? Хули так мало. Ты мне очень нравишься, как стример. Как же все плохо. Перед сном. Почему ты твой? Меня откинул! Ватердроп! Привет, Дашуля, привет. Спасибо. Так, вещи. Мы дракона половину убили. У меня вещи, надеюсь, не вылетели за мир. Подожди, где мои вещи? Ты его бил вообще? Да, конечно, я бил, я прям его оседлал. А куда я улетел? В какую сторону? Где мои вещи? Я на какой-то островок улетел. А, вот мои вещи, походу. Да, вот мои вещи. Ай! Итак. Давай. Ай! Тут все, козел! Я чуть не вылетел. Сядь! Я не знаю, он просто резко что-то... Занервничал. Ай! Да... На булкой хлеба.
Запинаем его уже. О, все нормально. Еще стреляет. Стрельнул по нам. Ну. Садись, алло, садись к нам. Ломает блоки. Визора здесь не хватает еще, конечно, для полного счастья. Давай, нам сейчас надо максимально много. Давай. Бью его, бью. Главное, голове его. Во-во, посмотри, почти. Давай. Нет! Дурак, какой дурак. Все, последний остался. Ничего себе, он мне откинул. Последняя посадка. Последняя, да. Давай, дядь, садись к нам. Это с тобой, это с драконом, я думал, за тобой армия такая. Садись, алло, дракон. О, садится. Давай. Дармены, еще. Все. Сюда его, сюда. Есть. Ура, мы прошли этот Майнкрафт. Наконец-то. Но это было очень долго. Реально долго. Все, уходим. Портал. Да я опыт даже не нафармил опыт. Ура, наконец-то. Все, пошли в Доту на СФ-ах. На СФ-ах? Так я же я же проиграю. Так ты выиграешь, ты же сильный. У тебя 10 тысяч ММР. Я на СФ-ах не играл. У тебя же 10 тысяч ММР. То, что 10 тысяч ММР, это другое. Как бы я на СФ-ах не играл. Ну, ладно. Поэтому страшно. А мы будем заканчивать. Все, спасибо, что смотрели. Это двухчасовой стрим. Все, всем пока, реально. Все, пока. Пока. Ссылка на Twitch в описании. Пока.